Эй, как же показывается этот фокус? Next color. А что для него действительно используется? Самая обычная колода карт и единственная карта из другой колоды. Значит, что мы делаем? Нам, значит, надо подсунуть вот эту вот синюю карту, на которой будет лежать любая красная карта зрителя. Вы это можете делать любыми способами. Я делал то, что там пересчитал нечаянно, опять положил, и потом досчитал, и там появилась вот эта карта. Да, вы можете там любыми способами, там, не знаю, вот так вот выбрать, там, не знаю, тоже. Ну, я не стал уже делать это, сказать стоп, потом подснять вот этот. Это уже самое такое вот известное. Ну, значит, вы там, допустим, говорите там, скажите в любом месте стоп, там, чжим, стоп, ага, вот. Да, показывайте. Извиняюсь, не там снял. Вот, показывайте зрителю эту карту, да, типа она все красная, все. Вот, и для этого фокуса желательно использовать какую-нибудь красную масть. То есть там, любую там, либо буби, либо черви. Вот, чтобы как-то так вот оказалось, то, что это. Ну, это так, не важно. Вот, значит, зритель уверен, что она красная, все. Вот, дальше вы там, тасуете колоду, вот, кладете ее в любое место в колоде, да, все показывается, что вот мы кладем две карты, на самом деле. Да? Две карты синие, на которые любая красная. Кладете любое место в колоде, тогда тасуете, перетасовываете, поднимаете, короче, не важно. И вдруг так да-да-да-дам, в колоде появляется синяя карта. Единственная синяя карта во всей колоде, все в шоке. Все, тренируйтесь, ставьте плюсики, пишите комментарии, задавайте вопросы. Все. Если непонятно, пересмотрите видео. Пока!